Представляем вашему вниманию новое внутрисалонное зеркало с видеорегистратором DVR Mirror. Зеркало имеет функции видео- и фотосъемки, постоянной записи звука, функцию показа изображения с камеры заднего вида для удобства парковки. В DVR Mirror используется карта памяти формата microSD с максимально допустимым объемом 32 гигабайта. С передней стороны зеркала расположена видеокамера, которую можно отрегулировать под нужным углом в нескольких плоскостях. Управление функциями и настройками видеорегистратора осуществляется с помощью пульта дистанционного управления с 7 функциональными кнопками. В устройстве предусмотрены 2 видеовхода для подключения дополнительной камеры и камеры заднего вида. В зеркале используется технология передачи видеоинформации HD-SDI Profi, что позволяет получить и записать максимально четкое изображение. Именно этот формат передачи данных от камеры к регистратору позволяет добиться максимальной четкости записанного изображения. При включении зажигания передняя камера, встроенная в зеркало, и дополнительная внутрисалонная камера включаются, и начинается видеозапись. После загрузки экран гаснет, и красный светодиод начинает мигать, показывая, что идет видеозапись. При включении задней передачи на экран выводится изображение с камеры заднего вида. Одновременно прекращается запись с дополнительной камеры видеорегистратора и начинается запись с камеры заднего вида. Вы можете включить экран коротким нажатием на кнопку включения, расположенную внизу зеркала. При нажатии на кнопку REC на пульте запись видеоизображения остановится и иконка с камерой в левом верхнем углу станет черной. Повторное нажатие кнопки REC снова включит режим видеозаписи. Иконка начнет мигать красно-желтым цветом. Нажатием кнопки «Вниз» вы можете переключаться между камерами регистратора. Нажатием кнопки «Бип» вы можете вывести одновременно оба изображения с камер видеорегистратора в формате «Картинка в картинке». Повторное нажатие кнопки вернет экран в прежнее положение. В режиме записи кнопки «Меню», «Моуд» и «Ап» неактивны. Для активации меню необходимо остановить запись, нажав кнопку «Рек». Нажатием кнопки «Меню» вы войдете в меню управления функциями регистратора. На экране внизу слева появится 4 иконки. Первая группа – выбор качества записи. Для перемещения между пунктами в группе используются кнопки «Вверх» и «Вниз». Для выбора нужного пункта меню используется кнопка «Рек». Переход между группами осуществляется при помощи кнопки «Mode». Вторая группа – выбор продолжительности записи видеофайлов – 1, 2 или 5 минут. Третья группа – режим записи. Вы можете выбрать режим записи с одной или с двух камер. По умолчанию запись ведется с двух камер. Четвертая группа – меню настроек, где можно выбрать язык, яркость, цветность, автоматическая запись и другие функции. Для выхода из меню повторно нажмите кнопку «Меню». Кнопка «Mode» используется для перехода между режимами «Видеозапись», «Просмотр записи» и «Фотоаппарат». В режиме «Фотоаппарат» для того, чтобы сделать фото, нажмите на кнопку «Rec». В подтверждении того, что фото сделано, иконка фотоаппарата в левом верхнем углу моргнет красным. В режиме «Просмотр записи» при помощи кнопок «Вверх» и «Вниз» можно перемещаться между роликами, сделанными регистратором, и фотографиями. Для просмотра видео нажмите кнопку «Рек». В режиме просмотра видео нажатие кнопки «Вверх» включит ускоренный режим просмотра. Для возвращения в обычный режим просмотра дважды нажмите «Рек». Для удаления видео нажмите кнопку «Меню», а затем кнопку «Рек». Зеркало с видеорегистратором DVR Mirror имеет стандартные размеры и внешний вид, не отличающийся от штатных зеркал автомобилей ведущих брендов, что делает его неприметным в автомобиле и исключает необходимость демонтажа при постановке машины на неохраняемой территории.